Засчитать, когда он там прыгал по ручке коня. Но сам факт, что на голову сильнее, конечно, Бирки. На голову не на голову, а впереди еще выступление Луиса Смита, да и соотечественник Берки, Вит Хидвеги, тоже пытается дотянуться. Так бывает на этом снаряде. Смотрю и просто не понимаю, как люди в конце комбинации такие элементы делают. То есть и качество, конечно, похуже.